Своей новой работы он никому не показывал. Хотел, чтобы даже для самых близких это было сюрпризом. Новая галерея художественного музея представляет выставку ивановского живописца Вадима Николайчука. Мне больше из старого нравится живопись, суровый стиль. И я от этого отталкивался. Не конкретно отталкивался, а просто как сама идея и сама мощь живописи вообще. И старался идти, этой дорогой. Обыкновенная масляная живопись, говорит автор о своих работах. И лукавит. Стиль и манеру Николайчука сложно не узнать. Можно долго стоять напротив его картин, мысленно снимая один слой за другим. Цвет сквозь цвет. Под каждым новым мазком новая история. В центре зала картина под названием «Живопись». Она-то и стала эпицентром этого масляного повествования. Потому что живопись – это вся моя жизнь. Поэтому и работа такая. Но не стоит над каждой картиной ломать голову. Иногда автор-провокатор просто шутит над зрителем, предлагая несложный ребус. Вадим Николайчук, он провоцирует, и провоцирует даже меня, не только зрителя. Он мне просто показывал работу и спрашивал, что здесь нарисовано. И я там пыталась выдать какой-то, я здесь вижу человека с посохом, быка, он говорит, ты просто прочитай. То есть художник иногда настаивает на том, что его работы нужно просто смотреть, пытаясь посмотреть в очертания тех форм, которые есть. Иногда в работах просто зашифровано какое-то слово, и не стоит искать образы там, где их нет. Безобразное мышление и подача – отличительная особенность Вадима Николайчука. Впрочем, это тот случай, когда зритель с богатой фантазией обязательно найдет что-то, о чем мастер и сам не догадывался. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.